Всем привет! Меня попросили снять видео о том, что я ношу в моей сумке. Сумки бывают разные, но моя — это нечто особенное. И вот несколько вещей, без которых я просто не представляю своей жизни. Потрёпанные школьные тетрадки и, конечно же, учебник русского языка. Наушники Urban Ears — это моя любимая фирма, и они обязательно должны быть розовыми, потому что розовый — один из моих любимых цветов. Косметичка, она у меня с поцелуйчиками, я ее очень люблю, и в ней столько всего, что, наверное, она весит, как вся сумка. Потом, на всякий пожарный, у меня валяется вторая пара наушников, они белые, и они тоже Urban Ears, и третья... И, наверное, где-то завалялась четвертая, потому что я обожаю музыку, и Саша и музыка просто не могут существовать без друг друга. Еще Саша не может существовать без видеокамеры. Как это, я без видеокамеры? Так, это одна из первых камер, которые я беру с собой, и у нее волосатый микрофон. Вторая камера водонепроницаемая, и я не знаю, зачем я ее ношу, на всякий случай. Вместе с ними, естественно, я беру с собой штатив, который раскладывается, поэтому, если кто-то будет на меня нападать, он тоже может пригодиться. Так, что там еще? О, боже, как ты тут оказался? Итак, мой первый пуховик. Мой второй пуховик, который я одеваю поверх первого, когда мне очень холодно. Бесчисленное количество теплых вязаных шапок, которые мне непременно надо одеть. Книги, 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 книги! Как можно жить без книг? Книги надо читать всегда, это круто. Солнечные очки цвета апельсина. Хэндгам! Я очень люблю хэндгам, это жвачка для рук, и это просто самая прикольная штука на свете. Прибамбасы для душа, на всякий случай. Полотенце! Утюг для волос. Ха! Как же без него? И последняя вещь, которую ношу с собой, запасная сумка. Да, в моей сумке умещается очень много всякой ненужной фигни. Жалко, что в моей сумке нельзя жить. Хотя, не факт. Пока! Йоу, 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 йоу. Как мне все это убирать?